Критерий там нету? Ну, а сейчас я с Лерой сейчас приду. Царю небесный, проходит галочку. Царю небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю. Приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Господи, благослови нас в занятия эти. Помоги нам во всем, открой наше сердце и разум к слушанию слов Твоих, и помоги во всем, любящий Христос, чтобы мы были всегда с Тобою, и Ты с нами. Слава Тебе за все, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Садитесь, дети. Сейчас садитесь так, как. Садитесь так, на эту сторону. Ну, как за Быстро, торопитесь. Сейчас Надежда Александровна позвонила мне, чтобы мы с вами повторили пока только песню. Если, а она придет повторить сценку, она немного задержится. Знаете, что у нас с работы подойдет, немного задержится, а мы все. Так, начинаем. Повторяем песенку. Надежда, Ливия, Ксюша. А? Песню Горбухов она попросила. А? Песню Горбухов, то есть репетировать, как они. Где она? Она пришла? Да, она там уже готова. Так она вообще висели, если репетировали, она не видит. Да. Сценку после того, как песню повторим, да? Она пришла? Мама, ну, пришла? Давайте повторим, пока одевается. Ага. Ну, пока она одевается, давайте повторим. Начинаем. Ливия, Ксюша, кто у нас? Кто Бог? Волхвы, я. Все. Я, Лисия. Начинаем. Фрося. Так, 3, 4. Я Еня. Ну, Еня, давай. Да, Еня. Мы собрали караван. Погромче. Чтоб к царю-царю прийти, о, славу вознести. Чтоб к царю-царю прийти, Богу славу вознести. Бога славу вознести. Репетировали? Да, да. Мы не пожалуйста. Смотрите, выходим, все сюда садимся, нам надо прорепетировать, завтра выступать, мы еще ни разу не репетировали. Быстренько, времени мало. Так, сразу Ксюша, Ваня и Тарасий туда. Игнатий Тихонович, не выставляйте раньше Рождества. Репетиции. Может быть, вы не будете репетицию снимать? Пожалуйста, один раз. Я выставлю только там. Нет. Это урок для многих, и учатся люди на вас. Пока не учатся, пусть завтра этот концерт уже будет готовым, а сейчас сырой. Я не выставляю. После концерта будет выставлено. Им неловко репетировать. В этом весь смысл. Так. Слушаем молча. Так, тишина. Смотрим, Галь, я тебе дам отдельный потом это. Ты дома прям сама подпишешь, кто как, ну, там, сцена такая-то, выходишь, и тебе, конечно, твои пометки были для тебя. Может быть, отдельно там. Ну, я могу нашим или нет? Ну, у меня напечатано много вариантов, я тебе дам. После службы только скажи мне, у меня вот два запасных. Так, не отвлекаемся, у нас контрольная репетиция. Единственная. Так. Первая сцена. Я здесь играет музыка, я начинаю говорить, и как только я говорю,
Анна Александровна, глава семейства. Ну, мы уже как бы проходили, она что-нибудь там размешивает. Я смотрю, тоже надо. Лучше дать, конечно. Если мы далеко у тебя. Да, вот это. Благодарю. Анна Александровна, там я говорю текст, все такое. Может, я что-нибудь поставлю сюда, типа я... Ну, здесь будет шторка висеть, понимаешь? Где-нибудь, ну да, там, может быть, угол типа стола, вот здесь вот мой особняк. Вот тут вот никто не садится, первые там раз, два, три места. Потому что сюда будут садиться девочки с Ваней. Типа, ничего, не тут будет? Да, вот, кстати, часы в машине я сейчас не взяла. Надо как-то придумать их после службы, как мы их повешаем, чтобы они не упали, когда вы их крутить будете. Вот забыла я сейчас их взять. Так. Так, решила пригласить гостей, это я все прочитаю, все спокойно, ты суетишься, смотришь на время. Так, а вот и муж Анны Александровны, собственно, персоной, Ваня выходит. Ты вот так втянутый живот, потом вот тебе подушечка, которая будет живот изображать. Рубашку такую поширше одень, рубашку под нее, подушку затолкнешь. Солидного мужчину себе сделала. Ах, как он был омрачен и озабочен. Во-первых, ты можешь убежать там в это время. Свои дела, да? Хотя нет, он сейчас будет к ней обращаться. Сломался телевизор. Смотри, я тебе дам... Нет, пульт, он, правда, не от телевизора, от магнитола. Ты так, да, и пытаешься, как будто там телевизор не работает, там постучи его, ну, не сильно, то он нас, правда, сломаешь. Так, и так, но самое главное, он не мог добиться нормальной еды. И тут ты говоришь, попросту хотел есть, после этих слов. Покорми мужа. Может, типа так вот? А может, не погромче? Так, а тут, подожди. Да, еда должна. Подожди. Да. Подожди, ты что-то крутишь, мутишь, да? Ну, я не знаю, что реально. А ты не так покорми мужа. Я кто поцарапал? Жена? Не кормила два дня? Ты нормально так скажи. Покорми мужа! Уже как классно. Да, тут уже ее два дня, уже все, уже у тебя последний шанс поесть, давай. Покорми мужа. Чё я забыла? Вот. Да, поешь и не мешай мне. Да, не мешай мне, не отвлекай меня. То есть тут вообще какое-то... Да. Так, ты... Не, ну ты как? Он пошел есть. Понятно? Ну какие-то эмоции покажи. Что ты не очень-то рад Роутону. Кому как? Давай. Ну какой-нибудь такой... И уходишь. Все, и ты убегаешь. Так, я говорю, не надо объяснять, как он хотел есть. А это сын Анны Александровны и Сергея Павловича, Иван. Он был тоже озабочен. Озабочен, почти затылок. Так, ты грустный, думаешь, так. И все время тоже на часы поглядываешь. Чтобы ты не просто вот так стоял, а я текст читаю. Ты на часы посмотри, подумай. Походи, так, ты думаешь, а я твои мысли озвучиваю. Почти целый год он вел себя хорошо, ел всю кашу и посматривал на часы, да? Про подарки тут я прочитаю. Так, посматривал на часы и уходишь после этого слов. Посматривал на часы, запомни, ты раз. Второго репетиции не будет. Посматривал на часы, уходишь. Посматривала на часы Анна Александровна. Ой, время для нее было страшно. Так. В общем, она подошла к часам и перевела их немного. Гуситов потом будет, все второй раз. И перевела, ты посмотри назад, вперед, так. Туда заглянула, что никто не идет. Никто не идет. Да, никто не подглядывает. Чуть-чуть. Назад подвела. Следом зашел голодный Сергей Паш. Дальше все сцены будут. Зашел, подвел, ушел. Таинственный, каждый раз по-разному как-нибудь, да? Следом зашел голодный Сергей Павлович, он зверски хотел есть. Жена не пускала его на кухню. И убедившись, что рядом никого нет, он часы подвел немножко вперед. Чуть-чуть вперед. Много не подводите, хорошо? Дальше. Подошел проверить время Ваня. Тут я скажу, только что соседский Павлик сказал, подожди, пока я не скажу слова, подвел, что дядя Саша наряжается Дедом Морозом, так, он оглянулся и подвел часы немножко вперед. Запомни, ты подводишь чуть-чуть вперед, чуть-чуть, буквально 5 минуточек, слышишь? Да, 5 минуточек. Оглядевшись вокруг, убедившись, что никого нет, он подвел стрелки часов немножко вперед и уходишь. Заглянула к часам Анна Александровна, ты забегаешь, гусь еще не готов. Ой, реально, гусь не готов. Да, гусь еще не готов.
Гусь еще не готов. Да. И главное, все слова говорим не в стену, а поворачиваемся людям, чтобы они слышали, что покорми мужа. И как бы к ней, ну, чтобы люди понимали твои фразы. Все. После этого гуся вы будет играть музыка, вы будете подходить и раза два еще каждый по... Так, следующий, Ваня заходит. Так, зашел опять, огляделся, о! Ну, понятно. И опять, можешь опять пультиком поиграть, телевизор нельзя, и чуть-чуть это. И так вы под музыку уже без моих слов два раза еще подкрутите часы по 5 минуточек туда, 5 минут сюда. Музыка будет играть 5 минут. Все равно вперед подведем. Ну, вот она одна, она забыла. Ну, она, может, на 10 сразу назад делала. Да, вот именно. Все, потом будет такая грустная мелодия заиграет. И через несколько часов все закончилось. Ты идешь, ноги не тащишь. Через несколько часов все закончилось. Анна Александровна выдохлась от готовки. Одеваешь фартук. Ты его не забудь снять, когда вот ты бегаешь и готовишь фартуки, потом ты его там снимаешь, заходишь и по новой одеваешь и готовилась. Тут, кстати, фартук есть. А я принесла, вот он. У меня уже все тут. Все свое ношу с собой. Да, и пыталась затолкать салат в холодильник, перемыть гору посуду. В это время заходишь ты. Кто? Так, у тебя будет тут, мы подтолкнем так вот это. Ты вот так, дорвавшись до еды. Сергей Павлович получил несварение желудка и собрался вызывать скорую помощь, чтобы ему сделали промывание. Ой. Покрутился, подумал, глаза под образа, и ушли оба. Все, ты уставшая, такая печальная, музыка печальная выходит, но хуже всего было Ване. Выходишь. Так, ты выходишь, вот, подожди. Ты выходишь в этот момент, Галя, ему нужно будет медведя. Выходит и там подарить плюшевого медведя. А, могла только мама. Ну, это я буду слова читать, а ты в этот момент. А, вот так. И с этим медведем, в общем, все, на, выходи. Как Кристофер Робин. Ну, хуже всего было Ване, разбитого детская мечта, всезнающем, всемогущем существе. Ваня действительно заметил под искусственной бородой лицо дяди Грусть. Саши. А подарок? Плюшевого мишку могла подарить только мама. Значит, нет Деда Мороза, не подарили ему железную дорогу. Все ложь. Дальше. Постой, ты стоишь до того момента, пока я говорю, Ване одно расстройство, чудо не произошло. И уходишь. Так, через несколько дней выходят девочки. А я одна девочка пока. А где Полина? А, она болеет, но она завтра вроде Лена сказала, что равно ее приведет. Ну, Ваня пусть выйдет с ними. Тут мы раскидаем снежки, мы еще сделаем, может быть, получится сидеть. А вот гликерия, вот, может, получится. Никто не разговаривает, я не должна всех перекрикивать, меня там уже слышно. Никто не разговаривает. Так, играет мелодия. Будет прям песня играть. Можете подпевать. Бери снежки, как будто ты, вот, смотри, мы с тобой вышли. Выходим вместе в этот момент, они выходят. Здесь снежки надо вот раскидать. Да вот, следующие бери. А потом хоп, и туда. Прям в Мирона. Точное попадание. Он не понял. И поете. Поиграли. Поиграли в снежки, можно кинуть в зал. Зал может забрать. Не надо, не надо. Да не, прикольно будет. Пусть они же убьют. Они вверх. Как можно убить бумажкой? Бумажкой. Так, не отвлекай на это. И тут выходит Тарас. Нет, а ты, в принципе, наверное, знаешь, что он, наверное, может стоять сразу и смотреть на девочек. Да. То есть все, вы выходите, играете, выходит Тарас в этот момент, пока песня, и слушаешь эту песню. Говоришь слова. Как я музыку убавляю, и ты к ним обращаешься, к этим девочкам. Я раньше слушала эту песню. Ее пели на английском языке. Я здесь скажу одну фразу. Что через несколько дней Ваня гулял во дворе и повстречал девочек. Вот с этого момента ты говоришь. Я раньше слышала эту песню. Ее пели на английском языке про Новый год. Но вы поете ее как-то по-другому. Это же 17-й. Мы готовимся к празднику, поем ее.
Громче надо выговорить. Это песенка о Рождестве. Мы готовимся к празднику, поем ее. А что такое Рождество? Это день рождения Иисуса Христа, Сына Божьего. Бог кто? Бог – это Спаситель, Создатель. Создатель и Творец всего-всего. Всего-всего? Руками разведи. Ну ты говоришь, всего-всего. Всего-всего. Ага. А говорят, что все создалось само собой. Так. И после этих слов мы лежим. Все. Он Бог Иегова. Так, песня длинная, мы ее в прошлый раз прорепетировали. Все, дальше идем. Тарас слова знает свои, да, которые ты вставляешь в фразы. Потом, а говорят, что все животные, а потом от обезьян. Ни у кого нет игрушки обезьянки дома. Подумайте, а тут есть горилла вообще-то. В тот момент, когда... Она где-то там... Есть такие? На кроватях надо искать. Так, в тот момент, когда мы говорим, шарик земной наш не падает, нужно будет, чтобы я могу взять откуда-то подать, чтобы ты подала ему... А вот здесь он будет пусть прыгать. Ты скажешь, шарик земной наш не падает, кто же подвесил его? И ты покрутишь, можешь дать по линии. И можно будет даже потом его передать по кругу вот так вот. Что так же и пальма, и яблоня. Все, спели песенку. Что после этого? Песня закончилась? О, я не хочу. А, да. Я не хочу быть сыном гориллы. Я тоже хочу пойти на день рождения Иисуса Христа. Но мама говорит, что без приглашения... Меня тоже сотворил Бог, это важная фраза. Меня я тоже... не хочу быть сыном гориллы. Раз не сын гориллы, то кем? Меня сотворил Бог. Меня тоже сотворил Бог. Но мне мама говорит, что на день рождения нельзя входить без приглашения. Конечно, ты можешь прийти. Иисус Христос призывает все, но не все слышат его призыв. Надо бодрствовать. Посмотри, как бодрствовали пастухи в рождественскую ночь. Вот здесь мы освободим место, и вы все втроем садитесь сюда и смотрите сцену с пастухами, хорошо? То есть вы не уходите за дверь. А за так, так, Ваня в это время наряжается пастухом. Его надо, чтобы он успел. Ну, Ваня, ты сам про себя уже помнишь, да? Что как только там ушел, подушку вытащил и одеваешься пастухом. Мы померим там кое-что, если тебе подойдет. Все, вы выходите. Я включаю следующую у меня мелодию такая. Давай. Мы пасем. Мы пасем свои стада, даже если ночь темна. Потому что пастырь должен охранять овец всегда. Так. Так. Да, нет, я все. Так Всевышний. Так Всевышний. Нас. Так Всевышний нас пасет. В общем, выучить сегодня. Четыре строчки. Так, дальше. От волков. От волков в овец храните, вам давать за них ответ. Братья. Братья, посмотрите. В небеса взгляните. А, братья, в небеса взгляните. Подожди, ты в этот момент, вы поговорили, и тут ты видишь ангела, а он оттуда выйдет. И ты поворачиваешься и говоришь, братья, в небеса взгляните. Ну ты вот ему говоришь, там... Небесный, дивный свет, то есть не туда, а туда, откуда будет прося выходить. Вань, тут никак своими словами не скажешь, тут надо стихи, выучить. Да. Угу. Это, Енафа, где? Я здесь. Ой, ты вообще не вижу, ты наклонилась. Надо будет как-то просить, что она, есть накидушка, но чтобы белые платки обязательно были. Ага. Так, накидушка ангельская есть, так, давай. Ангел говорит слова, просит их, выучила на прошлый раз. И в этот момент все вместе поем песню. Я раздам слова в зал, тоже будут подпевать, кто знает. По любви Творца Вселенной. Там вся фишка, вот тут был проигрыш, зачеркните его, там нет проигрыша. Последний куплет повторяем два раза. И начинать надо вот с первой секунды. Вот прям включаешь, она уже поет. Вот это очень сложно начать, прям сразу по любви Творца Вселенной. По любви Творца Вселенной человек был сотворен. Не будь грешным при рождении всех времен. Я погромче подойду. Над прекрасным новым.
Без проигрыша. Да, без проигрыша подряд, и последние слова вышних два раза споем. Все, давайте дальше. Как только песня закончилась, ты говоришь слова. Что за чудное явление? Ты отойди оттуда, там ангел стоит. Вот я Фрося. Показывай, что за чудное явление? Что за чудное явление? Стоп, когда ангел начинает петь, у нас выходят еще вместе с ангелом ангелочки. Выйдет у нас Варя, выйдет Гликерия, все нарядные белые ангелочки. Может быть, еще кого-нибудь, нет, у меня три накидочки. Они все выйдут, и белые ангелочки здесь, и ты на них покажешь, что за чудное явление. Что за чудное явление? И за что нам эта честь? Братья, пойдем в селение, чтоб младенцу честь вознесть. И уходите. Так, а Ваня с девочками сидит здесь, ну, то есть Тарас, да? Встают, выходят и говорим. Ну что, Ваня, это говорит Полина, ну что, Ваня, пойдем? Я хочу пойти. На день рождения мне нужно подарить подарок. Я не знаю, что подарить тому, кто создал все на свете. А вот посмотри, что подарили Иисусу гости из дальних стран. Опять садитесь сюда, идут гости из дальних стран. Да, акапельно поют, не очень высоко, правда. Так, вам надо договориться, вы несете дары и вот идете вот потихонечку и поете. Поем басом, вы мужчины, вы там эти старцы, звездочеты, тихо. То есть старайтесь пониже, видите, у нас братьев-то вообще нету, чтобы все мужские роли посвятили волхвы. Поем. Мы волхвы из разных стран. Караван медленный, два года шел. Что цари прийти, Богу славу вознести. Богу славу вознести. Указует свет во мгле, царь родился на земле. Мы к царю цари. Также мы к царю цари придем. Ладан, со слова ладан, наоборот я. Ладан золото и смирну, чтобы в духе кротко мирно. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Царствовал он среди нас и людей от смерти спас. Так. Братья, будемте учтивы, имена прошу назвать. Я с Аравии счастливой, имя Мельхиор ношу. Смирно дар мой, бренно тело, царь велик, но час пробьет. Душу, что молилась, пела, ангел смерти заберет. Я, что в дальний путь пустился, персинянин Валтасар, и царю, что здесь родился, ладан принесу я в дар. Братья, я зовусь Гаспаром. Эфиопия мой дом. Не волнуйся, я пришел к владыке с даром. Знак, что он царем рожден. Злато – символ царской власти. Будет славен государь. Только как к нему попасть, где же он, рожденный царь? И тут вы поворачиваетесь так же, как пастухи повернулись к ангелам, и выходит звезда. Будем пропевать, или ты споешь? Споет. Споет звезда, увидь меня. Так, и я говорю, когда звезда пропела вот здесь вот, может быть, мы и там редочку поставим, что она взошла. Звезда. Там, кстати, нашли мы эту звездочку, вот эту с мишурой. Ну, подправьте ее, это сегодня сейчас. Подумай что-нибудь это. Так, и... Так, тише. Может, у кого-нибудь есть дома короночка такая обычная? Нет дома, не валяется? Простой короны нет. Такая, как корона принцессы такая. Ну... Нет, она как маленькая, как бок коронка, не вот такая, как кошка. Нет, нет, именно вот такая. Нет? У нас была, помнишь, синяя такая. Всякие же были. Синяя. Есть у вас? Все, что? А, кстати... Мы еще искать надо. Синяя. Нет. Она тоже на даче. Помнишь, у нас была заколка? Там, где вот так вот и... Да
там она вот так узенькая, сантиметровая. Она вот такая, мама. На... Ну, ищи, я не помню. Так, пусть путь волков. А тут... Подождите, слова автора. Путь волков назад был краток, и не будет дом их пуст, из язычников начаток, так назвал их Златоуст. После слова Златоуст запоминайте, вы уходите. Так, опять встают Ваня, Тарас. Говоришь, вот видишь? Вот видишь, какие дары подарили вам вы Иисусу. Интересно. Интересно, а где он родился? В Вифлееме. Вот, посмотри. И вы опять садитесь и смотрите. Мария. Выходит Мария. Мария, сделаешь это, как младенца на руках, какую-нибудь там ткань такую доисторическую. Иосифа, вот думаем, кого мы сегодня надо договориться. Кто Соловьев? Точно не Соловьев. Ну, Володя же он снимает будет. Пусть Попков снимет, какая разница. Попков тоже вот снимает. Будет одна камера снимать или две концерт? Можно мы Володю возьмем в концерт, а Сергей снимет? Можно. Володя, если согласится, да? Потом, когда концерт пройдет, я тогда все это выставлю. Покажу, как нет. Подходили. Володю можно взять в сценку? Володю. Постоять. Куда взять? Он будет в сценку, в конце он просто молча должен выйти, как будто он старец Иосиф. Ну, не знаю, с ним поговорить надо. Ну, поговорим. Если не Володя, попросим или Валера, Валера согласится, или ну, кто-нибудь. Ну, что, правда? Борода есть. Вам проще договориться с Костей. Стесняться. А что там вышел? А что там вышел, постоял. Да. Ну, я поговорю, конечно. Все, ты читаешь стих. Ты его знаешь? Да, да. Все, потому что запели уже. Последнее говори. И этим... Тише, тише. Так, тихо. И этим... И этим этот мир спасет. О, кроткая. Я не могу сказать. Ты можешь себе этот стих мелко-мелко написать и вот сюда младенца положить. И ты же как бы к нему обращаешься, говоришь, и этим этот мир спасется. О, кроткое мое дитя. А у тебя там подсказочка, понятно? Вот, ну ты так вот как бы проникновенно, понимаешь? Ты как будто бы видишь вот перспективу его жизни, что он необычный младенец. То что-то серьезное, и вот это все, о, милое мое дитя, и все же с тревогой сердце бьется. То есть ты вот так вот кротко ему читаешь все. Когда она говорит, о, кроткое мое дитя, пастух для тебя, запомни эту фразу, о, кроткое мое дитя, ты выходишь и говоришь, как овечек. Как овечек пастух свою душу паси, говори о Христе, говори не молчи. Агния. Ты премудрость. Ты премудрость, волхвов, сможешь приобрести. Это учила? Агнюш, вот в самом конце это ты волк выходишь, говоришь. Ты первый волк, вот эти две строчки. Потом ангел Фрося. Где это? Юнак опять не видит. Я здесь. Передай ей, что она говорит, дивный ангел. Можно я ручку возьму? Молчи, говори о кресте, говори, не молчи. Фрося должна будет выйти. И звезда. Ты видела там с последним твои слова? Вот видите, не дочитали сценарий, я вам здесь раздала, чтобы вы весь прочитали. И ты выходишь, вот после, когда слова Мария свои прочитала, выходит Нестор первый, потом волк Агния, потом Фрося ангел, Ливия звезда, и после звезды Ваня. Встает и говорит. Теперь я тоже буду праздновать Рождество Иисуса Христа. И я знаю, что 2019 год начинается в Рождество Христово. Значит, настоящий Новый год на Рождество. В лучах. Говори, в лучах его любви согрейтесь. Вот это вот говорит дальше также и вам. Ну, то есть это раз. Да-да, в лучах его. В лучах его любви согрейтесь. Жизнь. И жизнь. Ты не учил? Он выучил. Жизнь на вечную принес. Только ликующим голосом здесь ты скажешь. Вот ты говорил, Новый год начинается в Рождество. В лучах его любви согрейтесь. Он жизнь нам вечную принес. И вы все вместе. Ликуйте, радуйтесь, надейтесь. Родился маленький Христос. Это говорит волк, ангел, звезда, пастух. И Ваня, и Леонид, вот все, кто на сцене находится, вот это, ликуйте, радуйтесь, надейтесь. Еще раз.
Ликуйте, радуйтесь, надейтесь, родился маленький Христос. Все. И после этого мы начинаем петь песню «Все выходят». Уже как бы сценка закончена. Мы споем песню, которую тетя Лена придумала. Там я резала, откуда программу скачали. Она, это, вот эти исправления не надо. Решили вот как первоначальный вариант, я вам тоже ее раздам. Она очень легкая. Так, что исправления не надо? То, что она исправила, не надо это ничего. Вот как есть. Ну вот, видишь, она дописала. Вот это не надо дописывать. Вот как было, вот печатайте. Всего и выучить, да. Вот здесь надо будет прям, ну тоже с первой секунды начать. Сейчас. Кури, пастухи, сидели у костра. Рука, девочка, лев, дремавший пассажа. Быстро поем. Достаточно. Сценка у нас длинная, большая. Не забудьте волхвы взять, приготовить дары. Не забудьте их завтра принести. Так, стульчик я сейчас поставлю. Так, Леонида, младенца не забудь сделать. И если у кого есть обезьянка. Все. Так, где глобус? Где глобус? Здесь. Это все. Уже сам петь начали. Рот она сдайте. Все, на службу заходите. Я сейчас вот сюда. Вот сюда. Все, идите потихонечку, идите. Снег, снег, да. Давай, я сейчас мешочек сложу. Сыне Боже, помилуй нас. Аминь. Идите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси нас, Сыне Боже, воскреси из мертвых поющие ти. Аллилуйя. Разрушишь Христом твоим смерть, отвези разбой. Силы я, светлым бываем.
радуются, Пресноглаголище спасущим вере. Изыдите вернее воскресенье. Его неспречную славу верьте, предрядит родитель неизреченно, и коль вселенная услышавши, прославятся ангелы постерми, хотящего явитеся, отроче младого.